Готовы ли аграрии Чувашии к началу весенне-полевых работ? Какие изменения ждут тех, кто вместо простого ведения личного хозяйства решит стать самозанятым? Сегодня в программе «Вести интервью» расскажет министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. По словам министра, 37% сельхозпродукции в республике производится в личных подсобных хозяйствах. Именно поэтому в этом году для этой категории будет предусмотрено гораздо больше видов государственной поддержки, как из федерального, так и из республиканского бюджетов. С этого года у самозанятых в случае регистрации появляется возможность возместить затраты на покупку техники. Сюда входят трактора до 90 лошадиных сил. Но правила еще не написаны, но 90-95 лошадиных сил. Мини-трактора, навесное и прицепное оборудование, самые необходимые. Перечень, конечно, он чуть будет ниже, чем у крупных хозяйств. Не будет там комплекс, да, пассивных комплексов крупных и так далее. Но форма поддержки будет, также будет возмещаться до 40% затрат. Такого не было никогда. Это чисто региональная форма поддержки, и глава республики поддержал. И мы понимаем, что многие из этих самозанятых со временем могут уже зарегистрироваться, стать фермером. А если они станут фермером, они как раз тогда уже могут получить эти гранты. Еще 54 вида поддержки, они могут во всех программах поучаствовать и